Итак, всем привет! У нас сейчас начинается командный турнир, Blitz-турнир номер 2 по Gold 3. И это будет как с ускоренными ботами, где все играют в поле. По плану у нас будут 12 участников. Посмотрим, как оно получится на самом деле. Приветствую всех на канале RomHack 2. Пробуй. Привет участникам турнира. Надеюсь, у вас хороший настрой на этот турнир. Всем желаю успехов, желаю достижений на турнире. Напомню, что предыдущий турнир у нас закончился со следующими результатами. Это был обычный турнир 1-1. Первое место занял Армен, второе место занял Флэш, третье место занял Рик, по-моему. Четвертое место занял Василь. Так, готовы участники первого матча? Ну, я готов. Так, сейчас я эмулятор покажу. Так, ну, если вы готовы... Все, я вернулся. Если все четверо готовы, то можете уже выбирать команду. Пока выбираете команды, напомню, я что готовы можете... там. Выбирайте команды. А можно все выбирать... Все готовы. Можно выбирать только еще Италию... Еще один напиши. Италию, Камерун или Бразилию. Еще один пока не пришел. На первый этап. А где он есть? Прошел после матча зачем-то. Ну, будем ждать его тогда. И смотреть стрим, смотреть ролики. А кто отошел вообще? Кто? Кто если отошел? Перейти... Проще сделать перекличку, кто тут. Второй тут. Первый тут. Сейчас зайду только. Защитник может прямо взять, чтобы состав выбрать. Не надо, нет, не надо никуда никому перезаходить. Он может советовать. Вот советовать он не только может, но и должен советовать. А брать управление не надо, то мы запутаемся. Все, я вернулся, просто мне просто вылетел с сервера. Так, теперь все готовы. Ага. Выбирайте пока команды. Так, ну я сейчас вас звук тогда эмулятор. Кого возьмем? Тимощук. Тимощук, кого берем? Так. По Италию. А, одинаковыми? Конечно, одинаковыми. А, ну давайте одинаковыми. Сорян. Ну, давайте. Что значит, да, давайте. Бразилия и Италия. У нас регламент такой. Сорян. Так, Бразилия. А Бразилия или Италия? Мне без разницы. Давайте, короче, Бразилию. Команда выбирает первый, второй игрок выбирает такую же. Значит, трава, на первый матч трава, на четный матч трава, на нечетный, на первый, третий матч трава, на четный матч второй, четвертый песок. Ой, господи, земля. Да. Yeah. Ну и на последний, на решающий матч, если счет будет равный, то песок. Так что не торопитесь там, то может не, ну, неправильно выбрать. Ты кем будешь? Кем будешь? Ну вот так вот все сложно, я так решил. На первый матч трава, а на второй матч земля. А на решающий матч песок. Никаких сложностей. Кипер такой же без замены.
кстати, код тут вообще. Ну зачем ты фильтры поставил? А-а-а. Я? Нет, не ты, это я. Ну, главное, что смотрит. А звук нормально? Я вижу фильтры. А давайте... Окей, 2-2. Давайте долго, не зацикливайтесь. Не зацикливайтесь. Окей. Вам главное вратаря посильнее поставить. Играть, короче. Напомню, что после этого матча будет смена хостов. То есть каждый раз местами меняемся. Вообще-то, Рик, грунт, песок, это тоже грунт. Первый гол. Сразу скажу, в следующем матче играют Рик и Армфлай против Азатрона и Жгунишки. Так что готовьтесь. Рик и Армфлай против Азатрона и Жгунишки. Это так, канонс, чтобы знали. Остальные отдыхают пока. Тиблана. Я про... Так, это, видимо, Кнаклз. Звук прерывается. Ну, короче, будем читать на мысли его. Нет, Азатрон, ты не сейчас играешь. Давай! Ты ждешь пока. Второй. Оба игрока. На старт нажмите. Да, было нарушение. Старт. Ну, правил. Так, нарушение было. Кто нарушил? Был. Так, надо смотреть. Он был в штрафной зоне. Кто? Кто? Не слышу. Кто? Я не расслышал, в общем. Ладно, после матча разберемся. Но он гол не забил же, или чё? Короче, смотрите, вратарь мяч выпинывает, а вы сразу бегите к тому, кому летит мяч. Вот и все. Да. Он-то был в зоне. Не, ну можно бежать из зоны. Главное, не выбивать. Ой, я залагал. Из рук вратаря. Я не могу прям вообще... двигаться прям вообще не могу, все. Ну придется доигрывать в любом случае, в любом качестве. Это чё такое? Я двигаться не могу, я вообще не могу. Попробуй... Я сейчас с тобой не... на паузу там нажмите и попробуй выйти и перезайти. Так он первый. Ну, тогда третий нажмите на селик. Третий на селик нажмите. Так. Вот сейчас выйди и зайди опять. Пол. Бренди вскот. Слышит то меня? Кнаклз. Выйди, а потом зайди. Так. Уже вышел, захожу. Заходи. Так, зашел. Угу, connected. Отжимайте селект. Да. Третий. Давай. Так, один-один пока. Двигаться. Нормально. Все закончится, ну? И все будет. Попробуй из РК выйти на время матча.
что я тебе могу посоветовать. В другую комнату перейди, просто в РК, например. Да, или в другую комнату перейди. Опа, нифига себе, какой гол. Зараза. Так, попёр, попёр. О, как отлегло сразу. Как вышел. Он вышел, что ли? Кот. Ты кто знает? А, ну в другую комнату сел. Ну ты хоть говори, как что происходит. Я же не могу все контролировать. Он вышел. Ну, я сказал. Просто у меня не весь РК виден. Я, конечно, вижу, но не все. Кто где находится, я не вижу, к сожалению. Пенальти! Да, тут экспонат много пишет про то, что... Ах ты, зараза! Скажем, если он хочет убить вратаря, то есть вот так вот. Ну, пока вратарь не выпнул мяч, можно что хочешь делать. Но надо дать ему его выпнуть. Тут очень тонкий момент. Если получается так, что ты ему фактически не дал выпнуть, то ты нарушил правила. Если, скажем, ты его пробовал сбить и не сбил, а потом он выпнул, то ты не нарушил тогда правила. Блин, мяч, зараза, пропадает. Но лучше, конечно, не страдать такой ерундой, а забивать более такими... безопасными методами. Ну да, это очень интересный вопрос о том, как сохранить баланс боевого футбола между дракой и чистым футболом. Просто это надо в рамках правил. Дискуссий. В рамках правил действовать. Правил. Это тема для дискуссии об идеальных правилах. Сетевой игры. Отлично. Если что, у нас есть форум, на который можно написать, обсудить. Потому что в РК, если писать, это все равно потом забудется. А на форуме все-таки это останется. Не успели. Так, итак, 3-2 в пользу Кнаклза и Тямощука. Меняйтесь местами. Что сейчас делать? Контроллер свапать, да? Короче, не-не-не. Первый игрок пишет, вот я в редколе написал. Пускай это будет первый игрок делает. Он пишет сначала свап 1-2, а потом пишет свап 3-4. Вот Кнаклз или кто? Кто будет этим заниматься? Определить. Ну пускай Кнаклз, первый игрок пускай это делает. Ага, сделано. Теперь третьего и четвертого. Сделал. Все поменялись, продолжайте. Проверяйте. Да, я первый. Да. Которая у нас была. Сложно, да? Маленький? Да. Да, сложно. Чем ты мне ее сломал? Давайте так, потом. У вас нет уже Бразилии, осталось только Италия, либо Камерун. И грунт, земля. Спасибо. И основы, и ленту. Давай ты потом это мне... Так, Италию. Земля. Землю ставим. Землю. Есть. Все, да? Дальше все по дефолту. Здесь валяется. Не задерживайте. Вратарь, если знаете, какого ставить, ставьте. Если не знаете, то, ну, спрашивайте, может, у партнера там. Да почему? Это самый, вроде-то, нормальный вратарь. Ну, я просто говорю.
Вон распутник пишет 2-2-1 поставить. 2-2-1 и поставишь. Нет, ты поставил 2-1-2. А он, походу, пишет, что последний. Я имею в виду расположение игроков, он пишет про нее. Так, итак, у нас Агимос и Распутник слева, а справа Кнаклс и Тимощук. Четвертый игрок потерялся, что ли? Четвертый игрок Тимощук чего-то там где-то бегает. Ну, это его проблемы. Но это не критично. Да, это не вратарь. Это не вратарь, слава богу, что это не вратарь. Ай-яй-яй. А Наклс, я так понимаю, у нас любитель серии Соника. Любитель серии лагов, может быть. О, как он сделал вратарь-то. Ой-ой-ой-ой-ой, бот закатил! Свой же. Нормально. Ну продолжайте, чё вы спите? Кнаклс. Нет, Кнаклс, а Кнаклс. Эй, так. Это кто сделал? Так, нет, кто, кто селик нажал? Ну, написали минуту. Ага. Это Распутник написал, что ли, или чё? Да. Наклс пишет, а нет, он пошел. Так, ну и хорошо. Тут Рик говорит, нужен хак на повтор голов. Хак на повтор голов — это стрим. В записи. Да, к сожалению, идея нереализуемая, но достаточно клевая. Ага, чтобы еще. Ну да, в общем, был бы весело. Мучаюсь. Еще сторонами менялись, вообще была бы сказка. После таймов. Так, 2-1. Размочили счет. Неожиданно, я думал, вратарь. Смоук, а ты что там делаешь? Лучше выйди, не мешай. Вратарь замолк. Смоук замолк. Кто за это, покемон? Ну лучше, конечно, не мешать. Ух ты, сравнялись. Давай. Ох, какой он. Чуть-чуть не успел. Эх ты, как прям все было. Эпик боятся походу таких голов. Компы. Кто это я знает, сам таких боюсь. Да все боятся люди такие. Все, вратарь кончился. Да, у вратарей есть определенное, да вообще у всех игроков есть определенное количество жизни, оно так или иначе тратится. Да. Красный мяч отнимает 7 от HP. Суперудар отнимает 9 от HP. Но когда он пропускает гол, к вратарю прибавляется 20 HP. Бле! Эх, немного не та точка. А вот если вратарь отбивает апперкотом, ну, рукой. Ничего не отбавляется. Вот. Да, при этом, конечно, он теряет время в прыжке. Ему могут... Но добить могут. Это есть такое. А, 2-1. Если вы играете вратарями, то, конечно, лучше пробовать отбивать именно апперкотом в прыжке. Нет, еще не все за трон. Пусть стрим смотрит. Да, мы оповестим сразу же. Разминайся пока. Оффлайн только. Опа!
Прошибание. Да, слишком слабый вратарь оказался. Прошибается с первого раза. Надо было просто его сменить, чтобы у кого побольше еще жизни остались. Так они после каждого тайма сбрасываются. Нет, то есть... там, по-моему, не полностью. Или, ну, не знаю. Сбрасываются. То есть загружается ну, дефолтное значение жизни после каждого тайма. То есть все заново. То есть, скажем, если у тебя в первом тайме вратарь там пропустил 10 голов и стал терминатором, супертерминатором, так как прибавляется у него после голов HP, то уже во втором тайме вся эта терминаторность, она сбрасывается, и у тебя обычный вратарь становится. Обычный слабый вратарь. Ну, дефолтный. Ну-ну-ну-ну-ну! Да-да-да-да, нет! Человек-телевизор не справился с мечом. О! Ну это просто сказка. 5-3. Агимус и Распутник. Опять прошибаются. Не-не-не-не-не-не. Еще есть шанс. Ох. Отсчитали как-никак. Да. Шанс, конечно же, есть. Вот такой шанс. То есть используйте их же оружие. Самое верное средство. Все, уже сил ему достаточно, чтобы поймать. Потому что он пропустил гол, и ему прибавилась энергия. А вот сейчас все. То есть как бы... Отлично. Вот отличное добивание сейчас бы показал Мащук. Но он опытный, да. Да. Сравнялись, охренеть. Вот офиген. Вот офигенную технику сейчас показал. Сам даже не осознавая это. Да. Ну, Наклс старался, но... Такая борьба тут... В воздухе. В этом хаке, что просто... Нельзя ничего было сделать, практически. Ух ты, как можно было... ПК! ПК! Дожили до ПК. Отлично. Так, кто у нас? Распутник, Тимощук, опытный вратарь. Ну, Тимощук-то опытный, Распутник, я не знаю, как на воротах стоит. Кстати, в пенальти нет вообще ничего запрещенного. Нет! Можете выбегать и забирать мяч. Легко вообще, вратари могут выбегать и забирать мяч. То есть, если не успеешь, то все как бы. Вот таким макаром это... Ёлки-палки, а? Палец устал уже. Да. Отлично. Мне нравится пенальти. Давай, давай, не тупи. Нормально. Запись идет, стрим идет. Две ссылки в объявлении, по любой из них можешь посмотреть. Ах, вот это, вот это. Все. Распутник, да. И таким макаром Кнаклс и Тимощук делают счет 0-2 и выигрывают без третьего матча. Поздравляем! Первые, кто вышли без... 2-0. Первые, кто вышли, это у нас Тимощук и Кнаклс. Ну то есть сейчас выходить, да? С сервера. Выходите и ждите, когда следующие сыграют. Как это сделать? А, просто закрыть. Ладно, то есть пока мы свободны, да?
да, пока ждите, когда сыграют следующая пара. Так. Так, следующая пара. Спасибо, кот. Рик. Писал непонятно. Рик и Армфлай играют против Азатрона и Жгунишки. Порядок захода вон по цифрам указан. Первый, второй, третий, четвертый. А, вот оно как. Первый Рик, второй Азатрон, третий Флай, четвертый Жгунишка. То есть в таком порядке заходите на сервак. Я пока вас пропишу. Так, я знаю, что могу. Крик здесь. Азатрон, ты тут? Так. Василь, ты пока можешь рассчитывать на вакансию, которая может быть откроется, а может быть и нет. Как в прошлый раз, в общем. Ну, он может заменить опытного, например, который не против не поиграть. Посмотрим. Так, ну что там, где Азатрон? Есть с ним связь? Пишите ему в чат, где он. Пойду поем. Это кто пойдет поест? Это Knuckles. Все равно пока нашего матча ждать долго. Ну, ты смотри, если кто не играет, свободны пока. А кто играет, давайте играйте. Не затягивайте. А можно посмотреть запись стрима? Я просто бы сейчас смотрел, как играют. Заходи по одной из ссылок, которые в объявлении. Тибергейм или NetGamers? Лучше NetGamers. Если у тебя не грузится NetGamers, тогда с Кибергейма. Окей. Просто на чат у нас с Твича, я его просматриваю. Если ты будешь писать, я, может, даже выведу. Да он уже выведен, только там ни хрена ничего. Я повестил Азатрона в ЛС. Ждем. Он вроде подал признаки жизни. 27 человек его смотрит. Нормально. Так, Азатрон здесь? Заходи. Что-то они там мутят. Так, ждем, пока вы будете готовы. Ладно, опусти, чтобы нормально посмотреть. Ну давай. Так, если все готовы, можете уже выбирать команду.
ты какой сейчас? Все. Так, все готово, да? Смотрим, ты второй. А, ты первый, Рик, а Затрон второй. А Затрон, ты выбираешь ту команду, которую выбрал хост. Армен, ты второй, что ли? Армен, у тебя на воротах должен быть. Вот, в рейд-коле указаны, вот я сейчас указал, кто под каким номером должен играть. Нажмите тейк 2, тейк 3. Кто не так скажет? Трава первое поле. Ну, второй, да? Траву поставили, траву. Траву поставили. Поставили, отлично. Так, ну вроде все, разрулили вы там. Чтоб потом не было, у меня не срабатывает, я не я и лошадь не моя. Итак, Рик и Армфлай играют слева против Азатрона и Жгунишки справа. Не могу я, Распутник, смотреть все в стриме. Ладно, сейчас гляну. Блин, ну зачем ты такое сообщение в ПМ написал? Может быть, в тот чат написать. В общий. Не такое уж и сообщение важное. Те, кто... У тех, кто проиграл, сохраняется шанс продолжить участие. Получается как? После этого раунда три команды остаются. Естественно, три это нечетное число. Нужно еще. Кто-то из лузеров. То есть три команды, кто выиграет, проходят дальше. А четвертая команда будет выбираться. То есть какие-то у лузеров есть шанс продолжить участие. Ну, во-первых, будет показатель число побед лузера. То есть, если, скажем... Если, допустим, два лузера со счетом 2-0 проиграли, а один лузер со счетом 2-1 проиграл, то выходит лузер со счетом, который проиграл 2-1. Если, скажем, при всех равных показателях, то будем рандомить тогда. Так что не расходимся, у всех шансы сохраняются. У всех лузеров шансы сохраняются. Ну и, естественно, сами лузеры могут сказать, мы не желаем, лучше эти пусть сыграют. Тоже такой вариант. В принципе, можно. Но это будет, а не спортивное поведение. А у нас начался матч.
лузеры имеется в виду те, кто проиграл в первом раунде. То есть трое выходят, трое проигравших. А в следующий раунд должны четверка выйти. То есть кого-то еще надо будет добавлять к этой тройке из лузеров. Но пусть лузеры между собой сыграют, чё? А вы будете ждать, пока они между собой сыграют? Но я-то лузер. А, ты-то лузер. Если будут все равные показатели, то будем рандомить. Я включаю рандом генератор случайных чисел. Не будем мы кота напрягать с подсчетами, просто решим проще это. Да, потому что я дико не люблю подсчеты. Единственное, что... Обращай внимание, кто как проиграл, с каким счетом, если что. Ух ты! Рик и Ярмфлай как ведут-то. Ноль, да, жестко, жестко. Ну, команда такая не слабая, надо признать. Третье место и первое место в предыдущем турнире. Ну, почему бы и нет? Плюс... Да, плюс еще ненависть к друг другу из-за того, что один проиграл. Да, плюс ненависть. Привет, Dead Devil. Ну, это как в этих героях третьих. Когда там у тебя в армии существа, там какие-нибудь ангелы и дьяволы одновременно. Ну да. То у них дух падает. Это их только подстегивает. Ну вот, Dead Devil нас смотрит. Чат написал. Почему-то смотрит, а не играет. Ну да ладно. Привет, Лекс Лайкт. Это я и есть. Господи, у меня ники разные. Мы пока тебя не знаем. Поэтому... Ты двуличный вообще какой-то скрытый. Я даже не знаю, кто ты в РК пока что. Я не запомнил еще по голосу. В РК я Агимас. Неважно, лузер, короче, понял? Который в прошлый раз сыграл. А так и осталось, как эта самая система раньше была, да? Типа, мол, сначала в РК, а потом эхо идет со стрима. Так ты звук отключи в стриме. Дела, пишет Dead Devil, и свободное время на тренировке нету, ибо учиться надо. Играть. Так Dead Devil. Тут процентов 50 новичков, так что в равных условиях. Солянка, привет. Вот не ожидал Солянку увидеть. Гаммает Рик и Армфлай слева, а справа Азатрон и Жгунишка. В России, к сожалению, здесь выбрать нельзя. Спасибо, что зашел, Серега. Пока Камерун и Камерун. И, кстати, мы играем в хак, где все играют в поле, а на воротах боты. И с ускоренными ботами, к тому же. Ну тут вообще, тут потасовка была ужас, это боище. Слушай, а кто у нас в предыдущем выиграл? Я уже запамятовал код. Сейчас я гляну. Я с Тимощуком, мы выиграли 2-0. Наклз? Да, я с Тимощуком, мы выиграли 2-0.
читеры. Да нифига. Просто везение. Да. Просто везение. Привет, привет. Так, лос у нас. Это уже второй турнир. Блиц-турнир, точнее. Первый был неделю назад, и играли мы один на один, но на два эмулятора. 0-0 это счет серии. Это счет серии, а серия до двух побед. Вот сейчас у нас кто выиграл? Выиграл Рик и Армфлай. И счет становится 1-0 в их пользу. И меняйтесь сторонами, меняйтесь хостами. Так, я свап делаю, да? Да. Сначала 1-2, потом 3-4. Да. Кто-то нажал паузу на третьем. Селект, либо... Да нет, всё нормально. Армен пишет, что у него висит. А, теперь вроде не знаю. А что первый ход делает? Слав, зачем вместо меня кто-то это делает? А, пускай один кто-то делает. Договоритесь, пусть всегда делает хост, то есть первый игрок. Да. Ну уж Гуна, он жалуется на этот сервер. Ну да, Жгун, ты бы напомнил всем остальным и сыграли бы на Эмураше делов-то. Ну, делов на самом деле немало, если честно. Мне лично все перестраивать. Жгунишка, шалунишка. Назад сброс надо сделать. Сбрасывайте. Если что-то не по правилам, то ресетите. Пересядьте на стуле соперников. Так, а вы играли какими командами? Первый Камерун. Камерун. Кто сейчас может со мной потренироваться? Ну, кто свободен? Я не в курсе. Я занят, нет, увы. Мы все заняты, да. Все заняты, блин. Давайте тренироваться до турниров. Ну, может быть, из тех, кто сейчас играет. Я сейчас просто пока время свободно. Ну ладно, вы, просто короче, пока время свободно. Вы сразу переходите в другую комнату, если вы нам понадобитесь. И на другой сервак, пожалуйста. Или ром другой тренируйте, нет. Чтобы не... чтобы это не понятно, но никто не хочет идти. А, ну значит, никто не хочет. Вот, вот и кто нас с тобой хочет. Только нам не мешайте, одно условие. То есть тот же самый ром и тот же самый сервак не используйте. Италия или Бразилия, давай. Ой, чё ж я чат-то не вывожу, у меня ж чат там висит. Чат у меня тоже есть, я его тоже могу вывести. Свеча, который. Кактус, кактус, я горшок. Чё там в рацию у кого-то услышал, Серёга? Взял меня, крылатый кот выкинул зачем-то. А он тебя, может, переместил просто? Да, он меня переместил в гостиную. Вы же с экспонатом там играть собрались. Ну, чтоб вы а не... чё, он готов? Чтобы нам не мешали просто, если вы... Он писал, он экспонат, писал, ты готов, что ли? А, ну тогда пошли. Так, чё это он там, Андрюх, пишет? Мафути, наверное, адресует. Андрей Харламов. А Солян Круз, это, я так понимаю, Серка Фокс? Скорее всего, да. Всем Андрюхам и Володьке, конечно. Всем приветы, короче. И всем Серегам тоже привет, и всем Солянкам. Ура, ура. Начался второй матч. Азатрон и Жгун
слева, а справа против них Рик Армфлай. Пока 0-1. Вперед, правда, товарищи! Возможно... Правда, еще возможно, что у Жгунишки проблемы с управлением. Да, он предупреждал. Жалко, тут Friendly Fire не работает, а тут своему ногой как сейчас дал по лицу. Ну это был удар не... А, точно, да, Friendly Fire тут нет. Серега за Азатроныча болеет. Видимо, Азатроныч на солянке активно себя ведет. Знакомый. Ух ты, вот это повезло. Вот это месиво. А, он там более пассив, чем актив, ясно. Одинаковые команды нельзя брать, всегда разные. Вот. Да, кстати, мы же играли одинаковыми. Солянки. Я имею в виду, что, допустим, Камерун Камерун, а потом у вас Камерун как бы уходит. Его нельзя убирать. Вот это имею в виду. То есть два матча подряд нельзя те же самые команды брать. Три матча нельзя одинаковые команды. То есть, если вы берете Бразилию, то Бразилию у вас уже на следующем матче нет. Потом уже брать другую. Все, да, понял. Да. Да, вот товарищ Солянки, это хорошие люди, которые благодаря которому у нас есть сервак Солянки для Миднафина. Вообще, конечно, Серега это главный идеолог Миднафина. Он продвигал его в массы, и вот плоды его, в общем-то, деятельности. Мы да. Перешли на Миднафин на 100% практически. Да, то есть то, что мы инструкцию накатали, сделали сборку. Это все, конечно, было основано на инструкции первоначальной соляновской. Да. Да, детка, в массе. Серваков, правда, маловато. Единственное. Ух ты. Жесткая борьба. Заплыла. Два-два пока что. Ну вот о чем я и говорил, вот мешают экспонаты смог. Что-то там выходит и заходит. А, вот, блин, вышли бы, никто не мешал. Лагает. Экспоната давно нет. Ну, лагает-то не из-за них, скорее всего. Как они могут мешать еще? Они мешают просто чисто визуально. Мешают. А как. Если они как зрители заходят, то, по-моему, они не создают... Отличный начальник. Они создают неудобств. Насколько мне говорили. Замерцали спрайты, блин. Про SafeLow от Sega я читал, кстати. Смотрел. Что там с контроллерами оказалось дело. А как там вообще... будет ли Миднафин развиваться? Какие-нибудь новости по этому... есть вопросу? Ну, как я уже писал, новая версия как минимум планируется. Чтобы там Сегу на троих поддерживать, мультиплеер там. На четырех, да, четверых. Там... Да, было такое сообщение от админа, то у него есть в планах в следующей версии добавить. Да, я видел сообщение вот Серки Фокса на форуме Миднафина. Я тоже там оставил коротенькое сообщение, что это было бы охренеть как круто. Они уломали разраба. Серк Фокс, ты пишешь про During Safe State Loading. Да, это... Мы тоже нашли, в чем причину.
Да, кстати, ты инструкцию ты нашу видел там по Меднафину. Пенальти, господа. Ну как нашу, она все общая. Грубо говоря. Кто угодно может изменять ее. А, краем глаза. В общем, всякие такие там глюки. Если что, туда можно дописать. Ну не глюки, а про... Добавить глюки в инструкцию. Да, способы решения проблем. Да, Дэвил тоже молодец. Вот борьба на поле, конечно, жестко идет. Эх, как промазали. Да, Бразилия. Слушай, я чуть не обратил внимания, они должны были землю поставить. Да, землю надо было ставить. Ну да ладно. Она была затронули, что... Ну не поставил. Ну ладно. Как будто не слышал. Да, это косяк. Ух. Не читаем регламент. А, надеюсь, жгунишка не будет сильно обижен, то что вот серваком такая беда случилась. Ну это в следующий раз всем этому урок. То надо, ну я тоже на надеюсь, что он не уже злой, блин. Ну, счет у нас становится 0-2. Да? Да. В пользу Рика и Армфлая. Опять же, обошлись без... без третьего матча. Да, Жгун, блин, жалко. Ну, это в следующий раз, короче, обязательно перед игрой тестим. Сразу тогда говори там, до первого гола, что у тебя глюки, и надо на другой сервак. Лучше так. Ну, в этом ничего страшного нет. Так, следующий, кто у нас будут участвовать? Сейчас я напишу. Блин. Ну, хоть окошечко. Вот да, вот заходим, как кот написал. Сандман Хуба-Буба против Смоука и Экспоната. Вообще, есть тут такие? Присутствуют? Наконец-то. Да нет, ты шо? Заходим. Рик тоже. А, у него тоже лаги, да. Хуба-Буба, да, есть такой. Один. О, Рик, да ты ж сидел в комнате турниров. Может, у тебя лаги и были из-за рейд-кола? Конечно, может быть, из-за этого. Блин, меня Экспонат 2-1 сделал. Так. Пока делаю правку. Нормально сыграли Экспонат, да? Ты чё? Готовьтесь. Так, Жгунишка, ты чё там? Вроде у меня скилл набирается, Экспонат. По чуть-чуть. Так, вы чё, уже зашли так быстро? Или вы ещё заходите? Мы ещё заходим. Вот Серка Фокс еще раз напоминает про TeamSpeak. Да. То надо на него переходить. Рассматриваем. По чуть-чуть так перебираться. Ипец, слышишь? Да. А пускай этот, как его, Экспонат будет первым. Пускай он там выбирает всякие стратегии. Нет. Это... Нет. А чё ты паникуешь? Ну ладно. Я... Новички есть по нападающих. Ну такой принцип.
У нас новичок идет как капитан, а более опытный идет к нему на подмогу в качестве защитника. Не объясняй. Так, все там нормально показывается. Кажется, да. Так, Сандман и Хуба-Буба против Смоука и Экспоната. Так, ну чё, как там у вас успехи? Охренусно, да они позаходили чёрт знает как, и теперь непонятно кто каким. Сидят слапают друг друга. Кто задрали ему? Вот как быть в этой ситуации, я не знаю. Я для кого в рейд-коле написал циферки каждому нику? Пишем все тейк и свой номер. Слэш тейк и свой номер. Давайте. Все в вашей власти. Люди, извините, но я вам сейчас скину это. Скажите, там есть рифма или нет? Не надо сюда кидать, потом кинешь. Пожалуйста, просто прочитайте. Нет. Не просто надо. Скажите, нет рифма или нет. Там, чем там мы занимаемся коротко сейчас? Мне скинь в ЛС и не парься. Я тебе скажу, есть там рифма или нет. Так, Азатрон решил кому там срулить, ЛС? Как я понял. Липецку, да? Или кому не там в ЛС кинуть? Не надо мне, ради бога. У меня и так мне, тут... мне. Наклс, давай мне. Ну чё вы там, люди? Не знаю, я не хост. Какие ко мне вопросы? Был бы я хостом, я бы уже всё разрулил. А Азатрон, выйди из игры ихней. Если ты в ней. А то мы он так будем... ней. А то мы так долго будем. Наверное, а может и не. Какая здесь рифма, Вингет? Вингет, крылатый кот, я здесь ее вообще не наблюдаю. Ну, рифма тут есть. Ну ты нашел, что сказать. Это не мое, это так, чувак мне пишет. Сандман. Ржет и пишет над этим. Напиши, что нет рифмы, я сейчас это просто скопирую. Ее второй мне пофигу. Отправить. Так, Наклз, давай в другую комнату, если не по теме. Мешает. Так, Сандман, ты первый? Сандман, ты первый. Дальше. Отлично. Смоук второй. Сандман выбирает, Смоук выбирает ту же самую. Давай, Смоук. Все, выбрал. Ну нажми Сандман. Сэндмен, жмякни, Сэндмен. Класс. Чё у нас там по регламенту? Трава и по дефолту. Класс. Первый матч. По дефолту. Так, решили камерунами. Итак, Сандман и Хуба. Слева должны быть Смоук, Экспанс справа. Каким вы по факту, я не знаю. Но мы играем как я на... третий поставил. В общем, как написано. А ролик слева?
миснули из интернета. Сейчас я все поменяю. Экспонат нет у меня управления на втором геймпаде. Оно сменено, все как положено. У меня третий. Возможно, что ролик называется там Никита Soccer League Funny Goals. Как-то так. Или Funny Moment. Это секунду, подожди, Дима. Так, Камерун, первая команда. Блин, двое новичков, Сандман и Смоук, я никого из них не знаю. Я вообще, как бы... Чего мне тут подсунули, с тем мы и работаем. Ну посмотрим, как оно выйдет в итоге. И случайно я приставил к ним двух опытных мастодонтов этой игры. Это Хубу и Экспоната. Смог, да возьми ты наконец кого-нибудь. Да там пофигу, кого. Ну ладно, подожди, короче. Sorry, man, sorry. Сейчас, короче, Хубу психанет и будет бить на тут ноль. Так, начали, well, наконец-то. Да, я стараюсь, конечно, оптимистично. Паузу старайтесь не нажимать. И кто у нас на воротах, кстати? Ну зачем пасоваться так? Сандман, ну нахуя ты пасуешь? Извините за... Всё, я выключаю звук. Это только начало, Хуба. Дальше будет хуже. Вот с паузой не шутите. Так, уже счет 0-2 в пользу Экспоната и Смоука. Ох, что тут начинается? Да, это только начало. Жгун, на кой фиг ты зашел сюда? Жгун, не мешай. Не мешай. Я тащусь. Это начало, все дырявых ворот из заплатанных кроссовок. Да. Нормально пожелание. Дырявых ворот и заплатанных кроссовок. О, да, спасибо. Теперь он вышел. Класс. А еще... Сам жаловался на лаги и сам же заходил. Так, а по-моему... От луркеров, по-моему, нету помех на Миднайт. Да мне пофиг, от кого есть, от кого нету. Ну просили же не заходить. Я знаю, что нету. Ну, да. Ну нафига туда-сюда таскаться? Потому что чат всплывает. Зад-вперед, зад-вперед. Ну да. Ну ладно, это же... Ну это ж гунишка, ладно. Ничего страшного, мы... Смени ключ и тести на одного, жгунишка. Ну ты же знаешь прекрасно. Ну он говорит, ключ вроде поменял. Ну бывает такое, да. Ну так вроде... выйди, зайди из Миднафин. Чё ты там с того бьём? Или ром, Сандра. Другой, самый простой вариант. Да, убойный футбол мы смотрели. Да, кстати, можно сделать с Миднафини, чтобы чат был... Да мелкий. Не стой ты здесь, Сандман, иди ты возьми. Иди, точнее, ты в поле чат... выбежи, чтобы он... Был мелкий шрифт. То тогда прочитать будет невозможно. Да, поэтому-то я пофиг оставил большой шрифт, потому что не хотел напрягать глаза. Сократил бы до ХБ. Давай, Хуба, а я в тебя верю. Да как поверишь, у меня пропуск кадров до 30, ты чё? Я всё, уже Сандман фигней занимается. Плюс Сандман фигней занимается ему, он пасуется возле ворот своих. Ему тут верится. Ну а что ты ожидаешь, он первый, наверное, матч играет. Ты уже какой-нибудь 10593.
Вот там и стой, вот, видишь как? Все, бей его. Это походу у Хубы джойстик такой. То есть он не на руле играет, на джойстике. Люди, какой лучше всего фильтр использовать? Мне кажется, волосяной. Зачем, мы без погоды играем? Да, мы без погоды играем. На всем турнире. Вообще никакого интереса не стало. Ну, вы тут на лаги сетуете. Еще и погоду вам. Да при чем здесь погода к лагам вообще? Ну как это при чем? При всем. Ну тебе все равно идет 20 пакетов или 30 пакетов в секунду. Ну что, от этого пакетов количество увеличится? Никогда. Ну и так управление, если ты против ветра будешь бежать, у тебя и так говно. Еще и если с задержками всякими. Ну нет, это добавляет, просто первые турниры с новичками, поэтому, чтобы никому ничего не мешало, поэтому без погоды. О, так давайте еще и биться не будем. Давайте в FIFA будем гулять. Не-не-не. Не, ну так, блин, мы во что играем? В Gold 3 или во что? Не боюсь, следующий такой турнир регламент будет погода, блин. Такой регламент. Снабы хрен бы записался бы. Была тема. Да бей ты, супер, нафига ты пасуешься? Зачем? Ты против, у них бот на воротах, вынеси его супер. Да бить надо, у бота мячик, команду ему, не занимайся фигней, Сандман. 0-6. Ну, как бы, тут психология еще играет значение. Еще знак зодиака. И знак зодиака, да. А нос уже расплющен. Что это было? Что это было, я спрашиваю? Он пенальти пробил? Нет. Штрафной, точнее. Ну, он даже до мяча не успел дотронуться. Эх, экспонат, экспонат. Нет, так а нафига так делать? Вроде как штрафной должен быть. Экспонат, что ли, там? Да. Не, ну я не знаю. Давайте, ладно, давайте будем давать штрафной пробивать. Вот. Да. Сразу не подбегать. Точнее, пенальти давать. И тем более при таком счете. Да, пенальти. 0-1. Ноль один — это счет в серии. А мы играем до двух побед. Кстати, меняемся. Меняемся сторонами. Свапает... не знаю, кто свапает. А чё пенальти выбрали? Ресетите. Скоро там все отыграют. Ресетите. Так. Ну это был очевидный экспонат, блин. Ну в правилах не написано было. Давайте так договоримся, чтобы давать делать. А то люди нервничают. Чтобы давать. Тем более при таком счете. Я не знаю.
Так, ждем, пока вы там свапните. Вопрос, сколько там еще времени до нашего турнира, до нашей игры? Ну как они закончат, так и начнете. Ну кто там это должен начать? Откуда ну, я знаю? Еще... У них еще максимум... Сколько... Не, я вообще спрашиваю, вообще сколько игроков еще? А, так последняя же пара. Да. Последняя. И мы потом? И потом будет уже второй этап, а кто потом, мы скажем. Окей. Да, то есть три пары будут, и разберемся. То есть еще тут ждать максимум 10 минут, по идее. Ну, может, 15. Надо Тимощука позвать. Так, ну кто вас там свапает? Как будто... А, понятно. Куба отошел в другую комнату, видимо, чтобы не лагало. Я видел. Так как играют новички, то времени занимает это все больше, чем хотелось бы, потому что они, у них опыта настройки там этих всех команд у них нету. Свап, потом, не, нету. Потом пробел. Ну пусть кто-нибудь за него тогда свапнет из самых умных, кто может это делать. Эй, умный, а можно у вас узнать насчет этого? Где? Короче. Сейчас вам нормально объясню. На тексте. Запись еще возможна на турнир, но уже на следующий турнир. Так они все равно конечно... там не видят. Да. Экспонат, ты свапай тогда, блин, делов-то. Просто в чат пишешь, я свапну всех, вот и все. И свапаешь. Свап 1-2, свап 3-4, вот и все. Всегда свапай так. А, если как они заходят, ты имеешь в виду? Просто все выходят тогда и заходят, как заходили. Как-то так, в общем. Посмотреть статы игроков можно, я об этом говорил в начале турнира. Скидывал ссылку. На тему. Я на тему опоздал. Ну, тогда в следующий раз. Тема есть на в группе Gold 3. В ней там посмотри. По-моему, самая первая. Там картинки есть. Да, шикарные голы. Там, конечно... Пока вы там простаиваете, там идет неплохая демка. От китайцев. Да, от всех. Да, Смоук, не забудь землю выбрать. Землю. И смотреть, чтобы команды не выбирали, какие до этого были. Вопрос, то есть нуб это он как хочет дает кооперативный, это он помогает, это он дает пас и помогает, да. Эгоистично он игнорит все раздачу делает. Они играют? Примерно. Они да. играют, скажи, да. Они играют, ну пытаются, по крайней мере. Пока команды выбирают. А чё звезда делает?
такая. Точно. Поведение. Точно мы не знаем. Забудь землю поставить. Ебать, я хуй знает, что тут делать. Такой ор поднял. Хубаву бы сам, блядь. В Камеруне всех звезду отметили, не знаете, что они делают. Логично. Так, что, какие у вас там трудности? Никаких, я не знаю. Выбирать-то нет там. Выбирайте команды. Сэндман, выбирай. Так, там. Землю. Землю. А тут все по дефолту, отлично. Влажность, да, ноль. Так. Так, стоп, то есть я не понял. А как выбирать так, чтобы кого ты просишь, тебе подавали пас или что вообще? То есть желательно выбирать, у кого кооперативный, да, стоит. Экспериментируй. Смотря что ты хочешь. Я хочу, чтобы когда с нападающими они били и подавали пасы, когда надо. Бери кооперативный, они всех. Обычно всегда пасы отдают. Если у тебя они есть в наличии, то выбирай их на нужной позиции. Просто мы сами всех не знаем. Исходя из ситуации, просто выбирай нужных игроков на нужной позиции. Пенальти. А. Я. Так что, если есть желание у кого-то поучаствовать в дальнейших турнирах, можно записаться. Есть тема. Где? В группе Goal 3 есть тема. Там можно записаться. Вообще можно прийти в РК тупо. Мы каждый вечер собираемся здесь. ID группы вы видели. Зайти в запись игроков на регулярный турнир по Куни Хону на Кэт Сокер Лига 3. И вот этот список игроков туда, что ли, записаться или чё? Кнаклс, давай.